ребят, всем доброе утро. У меня бутербродик и мохито клубничное. Такое ощущение, что я из колбасы воду выдавила. Мы проснулись, у нас уже 9. Я встала где-то полдевятого. Вот. Солнечно, очень жарко. Сейчас выпью таблетку, Игорь мне уколет укольчик. И садимся за работу. Игорь мне уже все приготовил. У меня было так жарко, я даже вообще ночью разделась, даже вот в пижаме было жарко. Мы просто в ночь не включаем кондёр, чтобы не простыть. Вот так включаем на 5-10 минут и выключаем сразу. Не спим с ним. Вот, так что вот такая обстановка у нас. Сейчас пью таблеточку. Завтракаем. Сишка тут ходит. Сириус. Какой-то... Поставь пока на паузу. Мы немножко болтали, еще сильно не работали, можно сказать. Вот, что-то решили прерваться, поесть шаурму, посмотреть, кстати, а потом будем работать. Мне, короче, приснился вот такой похожий самолет. Пытались найти, но немножко не то, у него были закругленные крылья. Прикол. Так что мы под кондером чилим тут. Игорь, он принял шавуху, налил лимонадик. Всем приятно, кто тоже ест. Решили шоколадку попробовать, которую Игорь мне купил. Смотрите, сколько орехов. Игорь говорит, мало. Я говорю, много. Вы как считаете, много? Мало? Много орехов. Так, мы в работке и плюс болтаем. У нас, короче, гром гремит. Наверное, будет дождь. Вот, мы спали, работали, даже перекусывали. По-моему, еще не снимала больше. О, сейчас хотим пообедать. Это уже у нас время. Блин, так мало сегодня по проекту сделала. Походу придется в воскресенье еще работать. 5 часов. Вот. Пойдет дождь, типа скоро такие тучи. Сейчас покажу вам. Тут Сирка лежит, балдеет. Смотрите, какая туча черная. Тучи черные. Сирка серенький. Так, вечер такой вечер. Я монтировала влог. Целых 3 влога сделала. Двойную порцию выложила вам уже сегодня. Вот. Мы не в работе уже давно. Так, в телефонах зависаем, отдыхаем, можно сказать. Игорь в компьютере, я в телефоне. Вот так вот. Дождя так и не было, хотя обещали грозу. Неугомонные мы. Поделали свои делишки, каждый сам. Вот, едем покататься на самокатах. Чуть-чуть у нас 10. Вроде дождь обещали, грозу, ничего не было. Вот. Я собралась, подкрасилась. Что-то кофточку эту захотела садеть. Ой, спинка-то все равно побаливает. Ну, вроде более-менее. Вот, все, приехали кататься. В самокатиках, музычку на все. Покатули с музычкой. Это кайф. Еще погодка такая классная. Не жарко. Мы доехали до центра. Хотим пойти в Марусе щи поесть. Мы не ужинали. Может, нас покормят. Машины еще работают. Вроде 12, сейчас 11. Как-то тут уже беседку закрыли. Ну что, мы пришли же Марусю за щами, за борщом. Заказали 2 порции. Сейчас отдам Игорю сало, лук и хлеб. Я себе беленький заказала. Еще у них дешевле такой лимонад вкусно-грушевый. Так что такой у нас сегодня ужин. С таким видом на улицу. Уютно. Так, ребят, мы заскочили в One Love. Вкусная кондитерская. Взяли по десертику. Едем кататься дальше. Я прям не переела. Игорь говорит, вообще только разодорился, но порции не сильно большие, вкусные. Еще Игорь доедал мою. Вообще, конечно, как же мне бабушки мужчины напоминают. Я маме даже об этом рассказывала. В центре города жду Игоря. Он поехал менять самокат, а я переехал в светофор, сижу тут. Красота. Самокатик мой, центр нашего города. Розочки, красота. Поливается все. Свежо. Мы в перекресток заехали. Игорь себе рыбку захотел взять. Я ничего не хочу. Мы сейчас за пиццей в АИК поедем. Пиццы наемся. Мы откатались, приехали в АИК, хотели пиццу. Блин, они до 12 такую пиццу, оказывается, делают. Так далеко ехали ради них. Ладно, заказала лепинью. Игорь себе шалку. Ждем и домой. Такой ветер сильный, ух. Я устала спину болеть. Так, ну что, хавку забрали. Чешем домой. Что-то у нас только полиция везде патрулирует. ДПС. Вот остановили нас.
такси. Холодно что-то в нем, да? И так на улице холодно, еще с кондером едет. Так, ребят, мы дома. О, как холодно. Говорит Олеся, что 20 градусов, но ощущается как 18. Ну, прям свежо. Мы будем кушать, смотреть. Кстати, утомилась я. Игорь играет с Ириком, Ирка сегодня какое-то грущее настроение с утра, сейчас прыгает. Любит играть на этом кресле, поэтому он такой все подранное. Фишка. Фишка. У нас сегодня сладкий завтрак у Игоря, сэндвич, а у меня вот такой какой-то новый десерт, я такой ни разу не брала. Называется блин ролл. Вот, наверное, тоже очень вкусно. Помяла, блин, вчера, когда в рюкзак пихала. Сейчас попробуем. Так, мы в работку. Игорь пошел искупаться. Мы очень долго спали сегодня, но мы легли, конечно, в 4 часу, пока накатались, пока приехали, вымотались так. Ну, прикольно, вчера так прохладно было, ветерок. Вот, встали мы около 11, пол 11, сейчас уже 12. Я тут сейчас буду документы делать для клиента, договор, там все дела. Вот. И сайт, новый сайт по ремонтам. Вернее, клиент этот со мной уже давно работает, просто ему нужен в другом городе сайт, но с дизайн-проектами, вообще такая крутая работа. Так красиво все делают, у них такие качественные проекты. Благодать, конечно, делать с таким контентом, когда человек дает хорошие фотографии сайт, но работы много, так что нам сегодня постараться его сделать надо будет, потому что у меня уже много сделано, но надо доделки. Такие дела. Вот главное, сейчас пока будут оттачивать, так скажем, фирма «Золотой каркас». Они работают в Чебоксарах и теперь еще и в Казани. Вот, так что такая обстановка. У нас сегодня в 3 часа будет футбол «Ротор». Там очень важный матч для нашего клуба. Будем смотреть в параллели с работкой. Сегодня будем без дневного сна, потому что и так долго спали. Так, сдала клиенту сайтик, все очень понравилось, клиент в восторге, это который по терапевту. Вот, мы тут в параллель включили футбол, сегодня играет Краснодар с Велесом, это очень важный матч на судьбу «Ротор», который влияет. Вот, так что смотрим футбольчик на фоне и работаем. Вот, еще обедаем. Я доедаю вчерашнюю еду, чуть-чуть сока у меня осталось, вот, сейчас пообедаем, посмотрим футбольчик. Много дел поделали, сегодня прям такие молодцы. Вот еще над этим сайтом работаем, сейчас вам покажу, который по дизайн-проектам. Игорь там отзывы замутил, такие прикольные, я тут по текстам работаю, в общем, кипит. Я работаю. Игорь не пошел. Так, ребят, я все в работке. До этого легли что-то отдохнуть, я так и не уснула. Игорь чуть поспал, не стала его будить, делала сама. Вот, сделала уже часть проделанной работы. Мне, конечно, очень нравится. Вот, но еще много делать. Такие проекты разные. Вот, еще дофига. Половина сайта только. Но я уже что-то так устала. У нас уже 12. Вот, Игорь сейчас отвлекся, пошел посудку дом помыл. А то делами некогда домашними заниматься. Я стирку положила, повесили уже. Вот, короче, в работке мы. Решила уже отдыхать, посмотреть стендап. И на фоне, может, телефончик чуть почищу. Кто куда, мы кататься. Решили опять погоцать меч. Игорь выспался, я, конечно, не спала. Ну, пофиг. Мы уже на самокатиках. Надо, кстати, тренировочку включить 2 часа. Игорь меня спрашивает, что будем слушать. Я сегодня без макияжа. Не хочу ничего. Отдыхать. Я так устала, сегодня работалась. О, меня видно. Что-то столько народища вообще, да, за и комары, кстати. Мы сидим, чуть перекур устроили в центре почти уже. Смотрите, какая красота. Мостик подсвечивается. Вообще классно. Приехали съесть по хот-догу. Игорь в другом месте взяла, я в Аике. Да. Слышишь, девочка рассказывает. С кем по телефону болтает. Ну, короче, говорит. Слышишь, я Вовок, расскажу тебе, девочка говорит. По телефону с кем-то, с подружкой. Мы, короче, взяли самокат и уехали в какую-то вне зону. У нас списало много денег. Мы позвонили маме, чтобы она скинула.
Достаточно. Так нелепо. Если своей маме позвоню, она мне нахер пошла. Закончили кататься, чуть спать хочу. У нас такой рассвет красивый. Розово-фиолетовый. Бачок видно, как красиво. Вон там вообще кайф. А мы ВАИК за пиццу заказали. Вчера нам не дали пиццу, мы сегодня заказали заранее. Идем за ней домой, да, за? Угу. Пила себе лавы с кокосом и ананасом. Прикольно, мы сыграем на остров мечты. Добрали нашу гигантскую пиццу. 19 минут ждать такси, я и говорю, что заснула. Трамвай уже проехал. Ребят, мы дома и будем есть пиццу. Такую вкуснючую. Жду Игоря. Время у нас 4:30. Уже светло. Пипец.